В преддверии 23 февраля с особой благодарностью вспоминают подвиги тех, кого по праву можно назвать героями. В первую очередь это ветераны Великой Отечественной войны. Одному из них, проживающему в Твери, застеклили балкон. Алексею Афанасьевичу скоро исполнится 100 лет. 10 марта он отметит свой вековой юбилей. Сейчас с грустью и со слезами на глазах вспоминает свою молодость, которая была непростая. В 17 лет он ушел на фронт, был ранен. Пехота взяли и пешком с Калинина до места назначения под Оржев. Спали на елках. Страшно. В бой ходили. Меня контузило. В общем, меня контузило. 4 года он пробыл на поле боя, потом травма и последствия, которые до сих пор дают о себе знать, судороги. Поэтому очень важно не переохлаждаться. Но из старого балкона в квартире Алексея Афанасьевича постоянно поддувало. В доме было прохладно. Общественники и неравнодушные предприниматели решили в преддверии праздника остеклить балкон ветерана. К сожалению, сегодня у нас все меньше и меньше остается живых свидетелей и живых участников, героев той самой войны Великой Отечественной. И, конечно, мы стремимся все окружить их максимальной заботой, максимальным вниманием. Понятно, что со стороны государства очень много делается. Но иногда нужна вот просто такая вот человеческая помощь. И это особенно ценно, когда вот представители бизнеса, представители, ну, просто неравнодушные граждане, меценаты, благотворители находят возможность и общими усилиями, ну, делают такое благое, по-настоящему доброе дело. Сегодня перед нашим государством и нашим народом стоит та же угроза, что и 80 лет назад. Поэтому важно помнить, чтить и общаться с героями, которые ценой своей жизни отстаивали мирное небо над нашей головой. Беспокойство по этому поводу есть и у ветерана. Алексей Афанасьевич уверен, что все это разрешится. Главное, чтобы был сильный и уважаемый лидер государства, говорит ветеран, такой, как президент России. Он прямой мужик такой. И не уступает. Вот. Некоторые раза как-то, а он нет. Он сказал все. Благодаря оказанной помощи неравнодушных тверичан в квартире ветерана появилось новое балконное окно, чему он несказанно рад.